цепи на один штырь. А там показано кого? Первое. И вот опять. Вот новый горячий пирог. Прям. Я знаю, что его разбойники остановили. Так, разговор, я не могу говорить, там у него будет. Останусь он на них сверху. Однажды разбойники сняли с него шкуру. Но когда узнали, что это он, который ходатайство это заключенных, они принесли и извинились. У меня было такое, я в окно смотрю, а мужики взялись за драку, за ножи взялись. Я поступил крайне неразумно. Я выскочил, помню, босиком, наверное, сила была, и как-то из толпы их растолкал. Так потом они были жены, благодарны так, и эти... Я ехал дорогой, и, можно сказать, напали. Такие, которые везде должны быть. А тут же нашлись те, которых я спасал. И они за меня заступили. А ты говоришь, тот, о котором мы рассказывали, который нас не выдал виниться. Это вот у Бога все выверено. Сегодня, да, сегодня попали, а завтра... Сотовый метр, давай, пожалуйста. Туда пусти, по краю. Уберите. Брат, быстренько разбирайся. Сотовый метр. Берите, нам бесплатно достался. По доброте пчеловода. Я не могу говорить. Воск не переваривается ни в одном желудке. Только есть одна птица, которая переваривает. Какая? Птица. Понятно? Специальная птица, медоед называется. Животное. Животное, животное. Животное и птица такая же. И вот когда она где-то звуки издает, а найти дупло непросто. А там еще и жители, они уже знают, за ней кого-то посылают. Она летит и кричит, потому что взять надо. И они когда берут, ей остатки оставляют. У нас тут был один человек такой, он развешивал, борти называются. И вот когда развешивают, а медведь залезет, да, и съест. На коне делает такая большая, ну, длинная, как чурка. Висит она. Она на пути ему мешает. Медведь ее отталкивает, она его бьет. Он сердится со всей силой, и она так подлетит, как даст медведя. Нет. Посмотрите, чтобы из нас медведей таких не получилось. А сколько штук можно будет раздать? Надо сначала пересчитать, сколько людей, сколько людей. А кто дал? Как? Ну, по 5 штук можете дать. Нет, ну вы потом все там один. А потом крутые, там на этом. Я одну сделаю. Там заросло. Все. По 5, пройдите, всем дадите. Сколько останется, еще по 5. Позаботьтесь. По 5, да? Давай, помогай, по 5 штук. Разные, бери, маленькие, большие, перед. Николай Георгиевич, вам куда? Сюда. Так, вот эту плохую давай. Ну, в чашку пойди, в чашку. Чашку. Да, так, настрой. А, вам уже положили, да? Все. Он любит, он. Вы не ошиблись, все правильно сделали, а потом ошиблись, когда спросили. Должен пустить. А вы с того края заходите так, разделитесь на одну. Можно?
Ну, пусть поздравляют с крещением. Спаси Христос! Черная, Лариса сегодня уезжает. Да, у меня вечером билет на поезд. Так что назначайте старшую из сестер. Да. Какого лагеря стан в Алатере? Большая потеря. Большая потеря. Это в стихах так. Так я тебя просила отложить, не ловил, да? Нет, нет, не могла, не могла. Муж даже на мой вопрос проигнорировал ответом. Ни да, ни нет, но его молчание было красочным. Ну ладно, я мужа вдовой будет. Ну, разделили, я же. Хватило. Что-то там столкнулось. На низу тоже полное все. Представьте, как по ягодцам раздают, это все такое. Так, сестры, кухонные работники, изберите старшего. Вы слышите, я вам говорю? Изберите старшего. И рекомендации Ларисы, что бы она скажет на это? Демократический путь. Да, да. Их мнение для меня гораздо выше, чем... Так что ягод больше не будет? Я сказал, что если останутся, второй круг сделать можно. Можно Дарью предлагаю. Не знаю, я не вижу, что я все это делаю. Так, рекомендация ваша на старшего, чтобы они подтвердили полное согласие. Сначала они пусть скажут кого. Да, мне очень важно сидеть. По три. Ну-ка, покажи сколько. По пять хватит? Да, конечно. А вы как-то с той стороны начните, чтобы поскорее меня да, отпустить. Давай, вот так. Наполовину. О, благодарю. А я больше не буду. С той стороны. Ягод никто не мешает. Я просил рыбу наварить. Наварили? Варится. В баночке поставьте. Да, поняла. Пушки не сали, не сырую. Надо проварить. Детки, он потаскал руку. У него самое тревожное состояние. Сестры, вопрос. Кто или всем давно уже? Я давно. Брат, он специально тут филигранный заточек. Да. Долбить по железу. Тюрьма ждет тебя. Да, конечно. Я не вижу эту сторону. Ну не видишь, так глянь. Сколько заглянул, когда упало. Вот сейчас бы не захватил, не упал, не он бы не был аппарата.
Я предвидел тебя.